Всем большой Лига Чемпионский футбол, друзья! С вами FIFA прогноз, очередной выпуск. Как обычно, мы его ведем. Роман Полинсков, Александр Дегтярев, Саня. Здорово. Здорово. Давно не виделись. Да, уже каждый раз ты спрашиваешь. Давно не виделись, давно не виделись. Итак, друзья. Мы с тобой долго не видимся. Да. Друзья, сегодня наш матч будет состоять из того, что мы играем денежными мешками. Именно Реал против Париж Сен-Жермен, или, проще говоря, ПСЖ. Так, Саш, давай мы перейдем к этому матчу, к 1/8 финала Лиги Чемпионов и по коэффициентам. Итак, кто может пройти в 1/4 финала и заработать 5 миллионов евро от УЕФА? Букмекеры считают, что Реал в домашнем матче фаворит, но не то чтобы сильный фаворит. Самая маленькая ставка на Реал 2,2. Я думаю, это вполне себе адекватно, учитывая, что Реал в этом сезоне очень сильно лихорадит. Да, они, по-моему, идут всего лишь на 4-м месте в Ла Лиге. Да, и в принципе, я думаю, у них не то чтобы возникнут проблемы с ПСЖ, я верю в больший проход парижской команды. Ну а на парижан дают самое маленькое 2,86. Я думаю, здесь сказывается то, что они играют в гостях. Как мы помним, парижане в Лиге Чемпионов в гостях играют очень так себе. Ну да, но я знаешь что, я вот хочу, чтобы ПСЖ выиграла в этом матче, потому что, глядя на игру Реала в этом сезоне, глядя на игру Реала в сезоне Лиги Чемпионов, если они сейчас вылетят из этого турнира, то часть глоров у них отсеется, и будут нормальные фанаты, а не то, что «О, я болею, потому что туда Криштиану Роналду перешел». Ну, тут дело не в Кристине, я думаю, тут суть в том, что они два раза подряд взяли Лигу Чемпионов. Да, единственная команда такая. Другие букмекеры у нас, например, Bet City дает 2.20 на победу Реала и 2.90 на победу ПСЖ, ничья 3.90. Фонбет дает тоже 2.20 на победу Реала, но уже 3 на победу ПСЖ. В целом букмекеры не верят в ничью, потому что тут коэффициента почти 4, а вот мне кажется, что такой исход был бы очень актуальным на данный момент. Я думаю, этот матч завершится очень голевой ничьей. Ну а да. Парижане дома одержат верх и пойдут дальше. Ну что, самое главное, я надеюсь, что вот в 4-м выпуске мы уже угадаем хотя бы вот один результат, потому что пока у нас результаты, к сожалению, не сходятся. Что Милан-Лацио, что... В этом тоже есть Ливерпуль. Своя стратегия. Ну да, можно, это, наверное, можно ставить против нас. Да. Ну что ж, проверим. 14 февраля, друзья, будем смотреть Реал ПСЖ по телевизору. А сейчас мы, друзья, с вами смотрим именно модуляцию матча Реал ПСЖ на стадионе Сантьяго Бернабеу. 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поехали! Переходим к стартовым составам, выставляем тех ребят, которых хотим. В этот раз я не хочу менять тактику. Попробую поиграть именно такой, который мне предлагают. Но единственное, что... Что? Я вот думаю, кого вместо Бензимы поставить, потому что мне он лично как-то не впечатляет. Так, Сантьяго Бернабеу. Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Реал против ПСЖ. Поехали, играем. Поехали, играем. Ой-ой-ой! Штангу красиво было сейчас. Ну да. В каркас ворот. Давай, Бейл. Почему? Потому что неси. Си! Я думаю, знаешь, что надо будет... Но это ли не фол? На последних минутах матча на где-то 89-й, 90-й Рамоса на фейерве ставить. Юлька, ну что ж ты делаешь-то, родной? Давай помощнее, поплотнее. И пошел первый. Не-не-не-не, первый не пошел. Это же FIFA, мы EA Sports. Мы, по сути, в Канадце и не знаем, решай! Как играть в футбол. Да! Ековани забивает. Смотрите, я прячу свои большие уши волосами. Вкусно. Тони Кросс, удар должен быть. Почему они не... Тони Кросс, позор испанскому футбольному корпусу. А вот это пенальти, а вот это пенальти. Ну, вы знаете, пенальти! То, что в этой серии я пенальти бить не умею.
По статистике 49-51. 0 по ударам в створ. 0 по ударам в створ. Ты, у тебя 3. У тебя один удар не в створ. Это с пенальти. Один уже мощно. Это с пенальти ты пробил. Нет, там вот. А, ну да, это можно засчитать за удар. Ой-ой-ой. О, слишком хорошие скиллы для удара. Я думаю, сейчас этот мяч догнал ту машину, которую запустил Илон Маск. Давайте уже играть! Да чтоб тебя! Ну что за удар такой? Блин, Верати надо убирать. А, нет, это был не Верати. Окей. Я думаю, Ди Марию надо убирать, потому что... Ну, я его на самом деле на поле не вижу сейчас. Я вижу Эдисона Кавани, Верати тоже Димарию видно. Увидел, и Дима... увидел Ди Марию? Увидел, увидел. Увидел Ди Марию. Да, кстати, у меня в обороне-то трое. Ты думаешь, это мне поможет? Думаю, я думаю, удар сейчас должен был быть нормальным. Я вам ноги поотрываю когда-нибудь. Не плевать, что за вашу Тиму я играю первый раз. Я представляю просто, как бы ты в раздевалке себя вел, и сейчас просто тренер Газмяса вам скажет. Да сколько вы ж мучить меня еще будете, уроды, а? Надо, надо! Стой, подожди. Ты думаешь, ты успеешь сделать эти замены? Ага. Вот. Я сделаю так. У тебя Роналдо центрального защитника будет играть? Пускай играет. Ну, отдал на Сережу Рамоса. Я почти забил, я почти забил. И снова победил я, и это не добавляет объективности нашим прогнозам. Да. Но в целом я согласен с тем, что может произойти вот все вот таким образом, потому что Реал никакой. Ну, абсолютно никакой. Ты как мог заметить, на последних минутах, когда я поменял Серхио Рамоса на Криштиану Роналду, и наоборот, Сережа все-таки в атаке шустрее бегал, чем тот же самый Криштиану Роналду, серьезно. Потому что, когда происходит 90... Потому что, когда начинается 90-я минута, у Рамоса сразу ко всем скиллам плюс 50. Так что здесь все объективно. Ну что ж, друзья, 2-0, точнее 0-2 в пользу ПСЖ, и у ПСЖ при таком раскладе неплохие шансы даже сыграть в ничью дома или проиграть дома со счетом 1-0, потому что тогда ПСЖ пройдет из-за того, что у них два гола в гостях, как минимум начнем с этого. Ну а там уже дальше посмотрим, но... Вообще, в целом, победа в гостях в Лиге Чемпионов в матче с Реалом, я думаю, для ПСЖ это будет, ну, сродни это, праздник. Это феерия, потому что регулярно ПСЖ попадали то на Челси, то на Барселону. Да. И сейчас, либо в 1-8, либо в 1-4. Сейчас Реал нужно проходить. В целом, я согласен с этим исходом, но процентов так на 60. Я верю в то, что будет ничья в этом матче все-таки. И это самая сочная ставка, ну а то, как мы сыграли, это всего лишь FIFA. Да, это всего лишь FIFA, друзья, и на этом мы заканчиваем нашу программу. Мы смотрели матч Реал ПСЖ, 1-8 финала Лиги Чемпионов 2017-2018. Вели для вас его Роман Полинсков, Александр Дегтярев. Пишите в комментариях, какие матчи вы хотите, чтобы мы еще проиграли, симулировали. Ну, я проиграю. Я проиграю, ты этот матч симулируешь. Я просимулирую, да. Ну, вот, пишите, мы будем всегда рады какой-нибудь матч сыграть, который хотите именно вы. Еще раз большое спасибо за внимание, увидимся на следующей неделе. Пока!